Этот участок дороги – один из самых опасных в Рязани. Ведь на северной окружной водители нередко нарушают скоростной режим, что приводит к многочисленным авариям. Избежать тяжелых последствий и жертв удается благодаря разделительным ограждениям. Они не дают машинам вылететь на полосу встречного движения. В результате ДТП повреждено 680 погонных метров тросов и 228 стоек. Их ремонт и замену уже начали. Работа проводится без перекрытия движения, с небольшим ограничением движения, что не создает больших проблем для жителей города Рязани. Работы по муниципальному контракту планируют завершить до 11 октября. Трассовое ограждение было установлено в 2016 году на участке от путепровода Северного обхода до улицы Бирюзова по оси Северной окружной дороги. Оно разделяет транспортный поток противоположных направлений. Всего установлено порядка 3 километров разделительного ограждения. Есть участки, которые необходимо заменять, оно просто непригодно для повторного применения. Есть участки, которые, возможно, небольшие, есть деформации, которые можно повторно применить. В настоящее время повреждено порядка 700 метров ограждения и будет заменено тоже стоек порядка 220. Стоимость работ составит 787 тысяч рублей. В управлении благоустройства города отмечают, что подобные работы проводят периодически по мере необходимости. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».